Вера, ну посмотри на маму. Куда побежала? Глаш. Глашка. Глаш, посмотри на меня. Зачем туда залезла? Слезай давай. Ишь ты, в тенечке разлеглась деловая колбаса. Ждал? Ждал, что творится? Да. Балдеешь, понятно. Ну, валяйся в тенечке, ладно. Thank you.
Алло. Друзья, сегодня день кошек. А что такое кошка? Это очарование, это изящество, это красота. Не каждый выдержит характер кошки, потому что они очень своеобразные. Только сильный человек, волевой, тот, кто видит в кошке партнера. И только тогда они полностью раскрываются. Друзья, кошка – это реальная радость в доме, но ее любовь стоит заслужить. Не ко всем они идут, не ко всем ласкаются. Ребята, кошка очень характерное животное, и тем она неординарнее, понимаете? Многие говорят, меня поцарапало, не хочу. Кошка выбирает человека. Собака может прижиться с любым. Понимаете, она более добрая, а кошка нет. Кошка очень гордое создание, друзья. Я сегодня поздравляю вас с праздником кошек и прошу вас, посмотрите, где мы живем. Нам очень-очень нужен для наших мурлык выгул. И мы просим вас о помощи. Пожалуйста, нам очень нужны стройматериалы, чтобы хотя бы немножечко улучшить им условия. Кто-то живет здесь уже несколько лет, кто-то, возможно, будет доживать жизнь. Помогите нам, друзья, прошу вас.